Товарищ майор, шақырдыңыз ба? Кір, кір, кір. Танысып қойыңыз. Талғат Майлбаев деген осы жігіт. Ааа. Нәсір Баялиев. Талғат. Нәсір деңіз, ана жақтан келген. Отыр. Талғат. Саған дайырып, іске қосылсын деп жатыр. Рас па? Арыз не болды? Оны не қыласын. Маңызды жаңалық бар. Жақсы? Не жаңалық? Короче, Петрушкин КГБ-ның іздеуінде жүрген қылмыскер Фредерик Штерн болып шықты. Штерн? Иә. Міне, қара. Қалай ойлайсың? Петрушкин ұстау керек. Ішінен Штерн шығуы мүмкін. Ал болса жұмысқа кірсін. Товарищ майор, мені наркомандар деласын аяқтайсыңшы? Өй, Талғат. Товарищ майор. Сен де бір. Жарайды. Бара бер. Молодец. Қадалған жерінен қан алмай қоймайды екен, а? Отпустите меня! Домой хочу! Отпустите меня! Я вам обещаю! Я брошу! Я брошу! Я не буду больше кого-то! Обещаю вам! Отпустите домой! Юрий, слышно? Отпустите! Точно? Я, Юрий. Отпустите! Вставай. Вставай! Как голова? Неплохо. По тебе не скажешь. Заходи. Будем твою голову лечить. Спасибо, не стоит. Петрушкин дома? Не знаю. Я его с утра не видела. А ты Петрушкина искал или меня? Петрушкина. Да ладно. И сразу ко мне зашел. Что уже, зайти нельзя? Можно. Когда его дома не будет. Сосед! А, Савелька, что ж тебя так долго не было видно, а? Где шляешься? Что же это ты так? Только жену потерял, а уже на других заглядываешься. Что не имется-то? А ты выпить хоть. Давай, заходи, налью. Да? Ну, да что ж тебе назвали-то так, а? Савелий. Ну так, домой заходи. Давай, иди, иди. Ладно. Это мой рабочий номер. Сообщи, как он появится. Хорошо. Давай.
Кэм! Это я, открывай. Есть что, умираю. Быстрее, заходи. Бля, не залетел. Бог, тись. Солдат. Садись. Что-то милиция вокруг твоей Гали бьется. Савелька, ты бы за языком своим последил бы, а? И лучше бы рот свой заткнул. Так было бы чем заткнуть. Будет тебе. Будет тебе чем заткнуть. Благодарствую. Ты дома? А я думала, на работе. Я вкусненького принесла. Обижаешься на меня, да? Да я пьяная была. Ну что мне с тобой обижаться? Ну, выпила, подумаешь. Ко мне сейчас Каримов приходил, про тебя спрашивал. Что сказал? Сказала, что ты на работе. У него дело какое-то к тебе важное. А я пыталась узнать, он не сказал. Умница. В общем так, я сейчас пойду на работу. А ты давай-ка к вечеру купи спиртного и стол накрой. На двоих? На троих. А что мы с ним делать будем? Он наше дело ведет. Чтобы быстрее закручил, надо подмазаться к нему. Хорошо. А на кровать где, у тебя или у меня? Давай у тебя. Почему он ко мне-то пойдет? Ну, если не захочет, скажешь, соврешь ему, что у тебя день рождения. Хорошо. Алло, это лейтенант Каримов? Да. А кто это? А это Галя, соседка Андрея. Я хотела тебя вечером к себе позвать. Зачем? А у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Есть вести от Петрушкина? Да я его не видела еще. Так ты придешь? Посмотрим. А кто будет? А тебе что, кто-то еще нужен? Никто. Не люблю сидеть в компании незнакомых людей. Так во сколько тебя ждать? Посмотрим. Сегодня поздно освобожусь. Ночью буду, наверное. Ну, хорошо. До встречи. Қалай сөйлесеміз?
Наркотик мен ешқандай қатысым жоқ. Сіздің киімді қайдан алдың? Өзімдікі. Кеше бір әйелге шабуыл жасады. Естідің ба? Жоқ. Бірінші рет естіппін. Мен ешқандай қатысым жоқ. Неге өтірік айтасың? Сен ғой соны істеген. Иә, сен. Рас айтамын, мен емес. Мен ештеңені білмеймін. Ты че, мен за тупого принимаешь, что ли? Столық болдың ба? На доказательство. Шірейсің түрмеде. Жақсылықпен айтасыз сәйші. Айт дейм. Жүре. Аға. Дежурный. Біз тек айтқан нәрсені істедік болды. Қайталашы? Біз тек айтқан нәрсені істедік болды. Кім айтты? Газет сататын, киосктегі сатушы. Тимуров деген кісі. Орында не берді? Екі флакон морфи. Здравствуй. Привет. Че, дома никого? Ты же хотел, чтобы мы были одни. С днем рождения. Спасибо. Заходи. Присаживайся. Спасибо. Давай. За что выпьем? За тебя. Огурцы забыла. Тебе помочь? Возьми. Сейчас еще варенье возьму. Давай. Что мне сказать? Оставайся такой же красивой. За тебя. Галя, открой! Кто это?
Это Петрушкин. Подожди. Я сам. Мы закрыты. Ну ты что, старую газету мне продал? В смысле? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Чего расселся? На выход давай. Менде бір ой бар. Иә. Yeah. Егер Темировты мойындатсақ, Петрушкинді аша аламыз. Бізге енді Петрушкинді тағы үркітіп алмай, ұстау керек. Дұрыстап ойланайық. Давай, шпай. Ойланатын несі бар? Опергруппа жіберейік, Петрушкинді ұстайық, қаша алмайды ешқайда. Жақсы, біз кеттік онда. Сіздер келем дегенше мен допрос ала беремін. Галя. Зерттеу әлі біткен жоқ.
Товарищ майор, сыртта свидетель толды. Спасибо вам. Добрый человек. Товарищ майор, вот он хочет к вам обратиться. А вы кто? Я сосед. Сосед? Его. Откуда его знаете? А, ну, так я уже 10 лет как живу здесь. Так что любую собаку. Что можете о нем рассказать? Мужики, ну, поймите, у меня трудно. Да, все понял. А, да. Будет. Да, ну, как у него Матрена... Померла, так он вот с этой, с Галей вот это и шуры-муры закрутил. Вроде у него все стало получаться, но этот вот лейтенант между ними встрял, и это все грозился, говорил Петрушкин, а посажу. Какой лейтенант? Да, вчера только здесь крутился. Так, как вас зовут? Савелий Абдурахманович. А, я чуть не забыл. А кто из вас главный? Вот он, Петрушкин, просил перед смертью вот передать лично в руки главному. Вот возьмите. Интересно. Очень интересно. Заскочишь, Глюк? Карим точно же верит педнус? Джок. Ал қазір ол қайда? Білмеймін. Жүр. Дайте ему. Обещай. Галина, кеттік. Труп. А, вот! Это он! Он довел Петрушкина до самоубийства! Пьяница, ты что ищешь? Бара. Кто пьяница? Это он убийца! Алкатерман! Товарищ майор, это не я, говорю же вам. Ты алчком убрал. Убрал, говорю. Карим! Товарищ майор, не я это говорю же! Убийца! Урал, справедливость восторжествовала! Алкатер! Андрюху жалко! Андрюху жалко! Хазыр нақты айту қиын. Қорытынды лабораториядан кейін дайын болады. Петрушкин бойы ұзындау сияқты еді. Негізі өртенген деген адам бойы қысқарып кету мүмкін бе? Жоқ. Отыр. Ну что, Каримов? Сами все расскажете. Что я должен рассказать? Зачем убили Галину? Хотите все на меня повесить? Я никого не убивал. На ее теле
ваши отпечатки. Не может быть, это ошибка какая-то. А что вы скажете насчет свидетелей? Это все сплетни. У вас есть точно кто подтвердит все это? Не зли меня. Каримов, не зли. Петрушкин оставил предсмертную записку. Ну и что? Как ну и что? Слушай, куда я только не обращался, но так и не нашел справедливости. Устал от такой жизни. Во всем виновен в этом лейтенант Каримов. На тебе уже две смерти. Две. Я клянусь вам, я никого не убивал. Труп там бойным задолжен, че? Жизал пистолос. Тросто больше не дерва. Семь месяцев не узнал, что кур. Жақсы. Он не үшін сұрадын? Чай. Я там был, это правда, я признаю это. Галя позвала на день рождения. Я поехал туда поздравить ее. Откуда я знал, что Петрушкин тоже придет туда? Как дела, Петрушкин? Как дела? Да как дела? В жизни дыра, вот и дела. Петрушкин пришел. Что дальше? Дальше? Что думал, скрыться от меня? А куда, начальник, скрыться от тебя? Где мои деньги? Да буду тебе деньги. Я твой зад прикрываю. Товар приходит вовремя. А ты все тянешь? Да, что я могу поделать, если трудности были? Я инвалид. Если обманешь меня, я тебя закрою. Начальник, дай мне два дня. И деньги у тебя в кармане. Идете? Сейчас. Заходи, в чё встал. Даю два дня. Два дня дает. Слушай, шел. Дальше. Дальше что? Он поздравил и ушел. И все. Закончил сказку? Каримов, ты знаешь, что делают с бывшими сотрудниками на зоне? Знаю, я из-за этого вам чисто правду говорю. Клянусь вам. Я тогда набухался, я ничего не помню. Гражданин начальник, если бы вы знали, какая честь мне сидеть с вами за одним столом. Петрушкин. Заткнись. Знаешь, наши все думают, что ты убил Матрёну. Но такой инвалид, как ты, способен на такое? То я могу повесить все на тебя. Знаешь почему? Потому что я закон. Понял меня? Так точно. Ну, гражданин начальник, закон законом, а стаканчик стаканчиком. Давай. Андрюш, может, не надо? Слушай, закрой рот. Давай, давай. Ну, и я тоже. Давай. Спасибо. Давай, 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 давай. Опа. Вот молодец.
Галя морфиннан передозан өліпті. Алдап берген болып тұрға. Мен де солай ойлап тұрым. Петрушке не болды? Оң кәлі келмеді. Жарайды. Сіз Майлыбаевты танисыз ба? Кого, простите? Майлыбаевты деймін. Кто он? Молод? Сіз үстінен арыз жазған Майлыбаевты айтып отырмын. Танисыз ба? Нет, я его не знаю. Вы написали: Майлыбаев не соответствует высокому званию лейтенанта советской милиции. Он, получив взятку от Лауры Муратбековой в размере 5000 рублей, покрывал ее. Так, подождите. О каком заявлении вы говорите? Я ничего не понимаю. Эй, айналайын! Бірудің үстінен жала жабу деген ол қылмыс, түрме. Вы понимаете, о чем я говорю? Вспомнила. Это мне Каримов сказал, чтобы я так написала. Каримов? А вы Каримова не знаете? Он сотрудник милиции, офицер. Ты Галину морфин дал? Ты? Какой морфин? Она же не наркоманка. Она умерла от передозировки. Я клянусь вам, я никого не убивал. Я поехал туда Петрушкина задерживать. И все. Каримов, ты уже определись. То пошел ты на день рождения, то пошел задерживать Петрушкина. Ты кімнің басын қатырып тұрсың? Ай, шыныңды! Айттым ғой, шыныңды. Мен өлтірген жоқ оларды. Оңбаға. Сіз Майлыбаевты танымасаңыз, оның пара алғанын қайдан білесіз? Говорю же, Каримов сказал, вот я написала, ведь милиционеры не обманывают же, верно? А его знаете? Нет, никогда не видела. Болғыз... Арызды Каримовтың айтуымен жазған. Каримов? Шакал. Кешіріңіз. Кешіріңіз, қайда барасыз? Бастықтарың қайда? Онда болмайды. Жиналысыңыздар. Жиналысыңыздар айтайын. Сарайды шығарып. Тоқтаңыз онда болмайды. Не ана? Қайда преступница? Қайда Каримов? Тебя закроют по строгой статье. Да не убивала я эту женщину. Знаю. Но все улики против тебя. И что мне теперь делать? Пока не найдут виновного, исчезни из города. Түсінікті. Кешіріңіз. Разберемся. Побыстрее разберитесь. Зачем тебе нужна была смерть той женщины?
Не знаю никакой женщины. Как с Петрушкиным связано? Сараптама шықты.